мы расскажем о 10 известных женщинах, которые когда-то были молоденькими и энергичными, но со временем преобразились и перестали быть похожи на себя. Причины таких перемен разные, у одних это лишний вес, у других отсутствие вкуса, у третьих еще какие-то причины. Но одинаково печально осознавать, что их обаяние молодости куда-то улетучилось. Ева Польна. Особая страсть Евы Польны к странным шляпкам и яркому макияжу не прибавляют ей нежности и моложавости. Ситуацию усугубляет и лишний вес певицы. Анастасия Волочкова. В этой женщине уже нельзя разглядеть ту юную, нежную и трогательную балерину, какой она была на заре своей карьеры. Что же произошло с той хрупкой девушкой, что она так разительно изменилась? Аврил Лавин. Канадская певица, которая когда-то ассоциировалась со скейтбордом и беззаботной молодостью, теперь далека от девичьей нежности. Время для нее не прошло бесследно. Ее внешность стала более зрелой и женственной. Несмотря на попытки сохранить свой антураж, возраст сделал свое дело. Максим. С таким типом лица, как у Максима, она могла бы вечно быть похожа на подростка. Но сказались вредные привычки, поэтому теперь она выглядит не самым лучшим образом. Катя Лель. Прошли те времена, когда Катя Лель радовала нас песнями. Певица, когда-то такая стройная и звонкая, набрала вес и значительно изменилась. Да и странные какие-то заявления она стала делать про инопланетян там и зубы. Анна Семенович. В молодости она была очаровательной, но с годами лишний вес стал слишком заметен, и она превратилась в типичную тетеньку. Так бывает. Кристина Агилера. Несмотря на все усилия, которые предпринимает певица ради того, чтобы выглядеть такой же молодой, как раньше, ей не удается скрыть своего реального возраста. Возможно, виноваты постоянные качели с весом, ведь Кристина как гармошка то худеет, то толстеет. Бритни Спирс. Бритни Спирс – пример того, как важно менять свой стиль с возрастом. Ее поп-карьера была великолепной, но проблемы с психикой, весом и личной жизнью повлияли на ее внешность. Теперь она стала другой, а ведет себя все так же по-молодежному. Только выглядит это теперь кринжово. Наташа Королева. Певица стала похожа на типичную женщину своего возраста, которая, однако, выглядит довольно ухоженно. Татьяна Догилева. Резкий набор веса и изменение внешности этой актрисы очень удивили публику. Все подумали, что она заболела чем-то серьезным, а она просто перестала бороться за красивую фигуру и позволила себе наслаждаться жизнью. Но и красоту с харизмой растеряла мгновенно. Подпишитесь на наш канал и не пропускайте новые интересные материалы.